Ну что ж, продолжим, пожалуй. Просьбы я вас принял, мы их обязательно выполним. Благо не оказалось таких, для которых нужна книжка, а книжку мы забыли. Я хочу начать второе отделение с того, что вспомню, как мы, собственно, с Виктором Семеновичем лично познакомились. Дело было в 1978, кажется, году, когда я был молодой студент, уже пел песни Берковского, уже был ансамбль «Скай», и пришел я на конкурс авторской песни в качестве исполнителя выступать, и из-под халимажа выучил песню председателя жюри Берковского, недавно написанную, еще он ее мало исполнял. Это уже был действительно ему бальзам на раны. И получил первую премию из его рук. После этого мы много стали общаться. Он приглашал ансамбль «Скай» и меня одного попеть где-то вместе. А с 80-го года мы уже с ним проработали вот до его последних дней. Вот началось все это с песенки на стихи Николая Новикова. Дом в Кривоникольском переулке, наподобие сломанной шкатулки, взгляду постороннему открыт. Под ногами выбитые стекла, штукатурка в комнатах промокла, провод полусорванный висит. Он наклонился как-то странно, он стоит, но нет его по плану, а по плану разместятся тут небоскребы Нового Арбата, желтый работяг экскаватор, явится и стены упадут. Нет на нем доски мемориальной, нет предмет культуры материальной. Родом он не вышел, дом плебей, формулы физик не обязан. Романист роман, дом не связан с жизнью замечательных людей. Жаль, что не бывал здесь Грибоедов, не случалось с Гоголем обедов. Все же над душой имеют власть этот пол везет в дырах, эти рамы бесконечно дороги для мамы. Мама в этом доме родилась. Сыплются щебенкой перемены, время штукатурку перемели, и утешит в горе и беде вдоль домишек дряхлых и сутулых брел Кривоникольской переулок, где он нынче в самом деле, где? Стихи Юрия Давыдовича Левитанского, кинематограф. Это город еще рано, полусумрак, полусвет, а потом на крышах солнце, а на стенах еще нет.
а потом в стене внезапно загорается окно, возникает звук рояля, начинается кино. И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной. Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной? Этот луч прямой и резкий, это светополоса, заставляет меня плакать и смеяться. 2 часа быть участником событий, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Кем написан был сценарий, что за странный фантазер? Этот равно гениальный и безумный режиссер, как свободно он монтирует различные куски, ликования и отчаяния, веселья и тоски. А потом придут оттенки, а потом полутона, то уменье, та свобода, что лишь зрелостью дана. А потом и эта зрелость тоже станет в некий час детством, первыми шагами тех, что будут после нас. Жить, участвовать в событиях, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Но в великой этой драме я со всеми наравне, тоже в сущности играю роль, доставшуюся мне. Даже если где-то с краю перед камерой стою, даже тем, что не играю, я играю роль свою. Все проходит в этом мире, снег сменяется дождем. Все проходит, мы пришли, и мы уйдем. Все проходит и уходит в никуда из ничего. Все проходит, но бесследно не проходит ничего. Потому что в этой драме, будь ты шут или король, дважды роли не играют, только раз играют роль. И над собственной ролью плачу я и хохочу, по возможности достойно доиграть свою хочу. Ведь не мелкой монетой жизнью собственной плачу, и за то, что горько плачу, и за то, что хохочу. Ах, как трудно, как прекрасно пить, любить, идти на дно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Ну, я хочу спеть еще одну очень важную для Виктора Семеновича песню. Редко мы ее поем, но она стала знаменитой после того, как один популярный киносериал вошла в исполнение актрисы, не забыл, уже после смерти Виктора Семеновича. А посвящена эта песня Маргарите, жене, вдове. Стихи Бродского. Слезу из будущего привезу, вставлю ее в колечко. Будешь гулять одна, надевай его на безымянный. Конечно, а других мужья перстеньки из ружья, серьги из перламутра. А у меня слеза чисто бирюза просыхает под утро.
носи перстенек, пока виден издалека. Потом другой подберется, а надоест носить, будет что уронить ночи на дно колодца. Писалась она как бы за него. Я как-то готовился к юбилею Давида Самойлова, стал листать сборник его стихов, вспоминать песни, которые Берковский написал на его стихи, и попасть на стихи, на которые я музыки не знал. Оказалось, что музыка на них существует, и написано, один из вариантов написан Юрием Александровичем Кимом, которому эти стихи Давидом Самойловичем Самойловым были подарены в свое время. Я вот написал свой вариант. Как бы за Берковского. Печечка залепетала, что она мне нашептала, жарким шепотом ольхи нашептала мне стихи. А она поет, сгорая, а когда сгорит дотла, даст мне несколько тепла. Печечка, будь послушна, без тебя мне очень скучно без друзей и без юности моей. Спасибо. Я уступаю микрофон Лидии Чебоксарову, которые тоже свои взаимоотношения с маэстро по части конкурсного всякого движения. Ну, видимо, Дима имеет в виду историю про то, как Виктор Семенович на каком-то фестивале, где я стала лауреатом, будучи еще очень юной исполнительницей, он подошел ко мне и сказал: «Лидочка, вот вы такая талантливая девочка, что же вы ерунду-то всякую поете? Песни надо петь хорошие, мои». Это известная история. Вот. И действительно, вот с тех пор я вняла речам мастера. И в моем репертуаре появились песни Виктора Берковского, достаточно редкие, на трогательные женские стихи несчастной любви. Виктор Семенович, будучи композитором очень амбициозным,
такими профессиональными замашками, у него всегда были амбиции очень серьезные по поводу своего творчества. Он даже предлагал эти песни одной известной эстрадной певице. Звали ее Алла Пугачева. Но она не взяла эти песни, а я взяла. Вот пою. На стихи Ларисы Ромарчук. Что мне делать, как мне жить на свете? Люди ходят, люди говорят. Вижу я, как за окошком дети лепят бабу третий день подряд. Баба тает, тихо оседая, и косится взглядом на зарю. Я не то все время замечаю, я не то все время говорю. Я споткнусь о веник у порога, я в окно террасы постучу. И шумит, шумит в ушах дорога, и все время я лечу, лечу. Как мы сразу быстро вырастаем, как мы все особенного ждем. Мы, девчонки, вылетаем стаей в осенёком деревянный дом. И плывут кораблики в кадушке, и куда-то школа отошла. Как мы плачем вечером в подушку, чтобы мама слышать не могла. Ясный день не тронут облаками, в мокрых пятнах отмечает стена. Мы живем, еще не зная сами, что приходит взрослая весна. Мы живем, еще не зная сами, что приходит взрослая весна. Вторая песенка тоже, мне кажется, вот она особенно Алле Борисовне Пугачевой пошла бы. Она на стихи Тамары Жирмунской. Ла-ла-ла, 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 пам-пам-пам. Ла-ла-ла, 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 пам-пам-пам. Веет осенью тишина, я бреду под чьими-то окнами, не устала, не одинокая, просто я сегодня одна. Фонари надо мною зажглись, клёны желтые звезды сбросили. Я беру на память осени желтоватый в морщинках лист. Ла-ла, 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 пам-пам-пам. Кто-то шепчется там в потьмах, бродят парочки вереницами. Это счастье, быть может, снится мне только в самых секретных снах. Я бреду сквозь кленовое кружево, прижимая листья к груди. Невлюбленная и незамужняя, это все еще впереди. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Жду, когда ко мне вернутся мои коллеги, чтобы продолжить совместное песнопение. И вместе с вами, конечно. И еще, пока Дима пристраивается, хочу вам напомнить, что диски продаются там. А если вы, так сказать, поспешите, то я даже уговорю Диму дать вам автограф. Да. Обычно он строг. Костя, вы тоже можете включиться. Не конкурент я Диме. Насчет пристроиться. Вон он какой красивый.
Вот вокруг этой песни было много развлечений друзей Берковского. Они устраивали такой тотализатор, кто с трех раз отгадает, чьи стихи. Берковский написал песню под названием «Марк Шагал», мы ее везде пели, и никто не угадывал, что это стихи Роберта Рождественского. Он стар, он похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопросом: а вы не из Витебска? Пиджак старомодный на ласковых вытерся. Нет, я не из Витебска. Долгая пауза, а после слова монотонно и пасмурно тружусь и хвораю. Венеция выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит. Какой-то нездешней далекостью дышит, пытаясь додеться, дотронуться бережно. Нет ни камня, ни лазурного берега, ни нынешней славы. Светло и растерянно он тянется к Витебску, словно растение. Тот Витебск его пропыленный и жаркий, приколот к земле колончою пожарной. Там свадьбы и смерти, моленья и ярмарки. Там зреют особенно крупные яблоки. И сонный извозчик по площади катит. Так вы не из Витебска? Деревья стоят вдоль дороги на вытяжку. Темнеет и жалко, что я не из Витебска. Мой город засыпает, а мне-то что с того, что с того, ну что с того? Я был его ребенком, я нянькой был его, ну что с того? Я был его рабочим, его солдатом был. Он слишком удивленно всегда меня любил. Он слишком отчужденно мне руку подавал. По будням меня помнил, а в праздник забывал. И если я погибну, и если я умру, что проснется ли мой город, что Господу поутру, пошлет ли на кладбище перед заходом дня что своих числе.
меня. Но с каждым днем все больше, все злее его люблю. И за своей любовью богов всеми люблю. Мне ничего не надо, и сожалений нет. В руках моих гитара и пачка сигарет. Мне ничего не надо, и сожалений нет. В руках моих гитара и пачка сигарет. Суббота. Или история о том, как нам с Зиновием Гертом в гостинице «Астория» в Ленинграде не было куда торопиться. Божественной субботы хлебнули мой глоток. От дома и работы укрылись на замок. Не суета ли там, не улиц мельтешня. Нас не коснуться зяма до середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз. На этом свете жили, и он сиял для нас. Еще придут невзгоды, но главное в другом. Божественной субботы нам терпкий вкус знаком. Уже готовит старость свой непременный суд. А много ли нам досталось за жизнь таких минут? На пышном карнавале торжественных невзгод мы что-то не встречали божественных судов. Пируй, мой друг сердечный, сдаваться не спеши. Пока течет он грешный, неспешный пир души. Дыши, мой друг, свободой, кто знает сколько раз. Еще такой субботы, еще такой субботы. Божественной субботы наш юга дарит нас. Это мы начинаем выполнять просьбы, которые мы получили. Довольно большой цикл написал Виктор Семенович на морские стихи поэта Сухарева в надежде когда-нибудь поплыть вместе с ним в какое-нибудь путешествие. Секундочку. А мою гитару чуть-чуть подзвучу. Синее море
белый, прибелый возьму бороду, сяду, поеду дорогой прямою, все на восход, на восход, на восход. Справиться с проблемой мировой, а пес едет в сеть.
лапы, завалится на лапы головою. В 1980 году два наших великих бабушкиных композитора, Виктор Бурковский и Сергей Никитин, закончили работу над грандиозной эпопеей, которую все назвали «Бардопера», «Али-Баба» и «40 песен персидского базара» по либретто Вениамина Смехова. И вот мы предлагаем вам сейчас вместе проорать сцену базара, первую, собственно, сцену из этого, как потом выяснилось, это, оказывается, мюзикл. Мы-то думали, что это Бардопера. Безусловно, мюзикл, я говорю как специалист. Вот у нас есть дипломированный специалист. Театровед, да. Театровед, уже с большим количеством публикаций, посвященных мюзиклу. Вот она утверждает, что это был таки мюзикл. Персия, 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 Персия. Кто угодно, подходи сюда. Персия, Персия, фруктовый рай, персидские персики, зеленый чай. Если я родился здесь. Персия, Персия, страна чудес и снова. Персия, Персия, фруктовый рай, персидские персики, зеленый чай. Если я родился здесь. Персия, Персия, страна чудес и снова. Персидские шали, расписные ковры. Здесь проливали, здесь женщин не вывали, потому что черные читы. Снова Персия, Персия, фруктовый рай, персидские персики, зеленый чай. Персия, Персия, словно в раю, честная, честная. Слово даю и снова дай знак, покупай, разбирай. Весело, весело, день давай. А ищи себе из пестроты, ищи настоящей красоты. Страны чудес и снова. Ты думаешь, я бедный и голодный, и потому худой. Вон Мустафа такой бедняк безродный, он потому худой. Ошибаешься, вот-вот-вот убеждаешься. Этот вот персидский, но простой народ очень много сил и песням отдает. Целый день поет он и танцует вот. Вот за что мы очень, и вот такой народ. Персия, Персия, страна чудес. Если я пройдусь здесь песнею, с песнею. Теряю вес. Персия, 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 мой папа Пер. Ну вот совсем знаменитые, известные прощальные песни. Сейчас скоро все будет там. Берковский, Никитин из и Висбор Славанович. Вот как будто бы сначала начинается судьба у бетонного причала, у последнего столба. Здесь далее остались дури, здесь земля уже близка. Здесь косынку головою я прищурившись искал. И забудутся едва эти несколько минут. Спись меня, когда мы жрали, а теперь уже не жду. Белой-белой мягкой лапы бьются волны, а моя. Я схожу себе по трапу, независимый моряк. Но все время призывают отдаленные
синие моря, все куда-то уплывают, выбираем якоря. Так и мне чьи-то судит, как от пирса нашли, так от нас уходят люди, словно в море корабли. До свидания, дорогие, вам ни пуха, ни пера, пусть вам встретятся другие, лишь обудные ветра. Море синее сверкает, чайки белые снуют, ни на что не намекаю. Что ты? Ни на что не намекаю, просто песенку пою. Что ты? Ни на что не намекаю, просто песенку пою, просто песенку пою, просто песенку пою. Нас на просьбу забыли выполнить, сейчас попробуем. «Ботик» — это произведение написано Юрьевичем Висбором. Действительно, Берковский его исполнял, причем вдохновенно лучше всех. И, да. И прям вот в том тексте, который и был написан автором, не заменяя никаких слов, но мы себе такого позволить не можем. Это только маэстро мог. Нет, это и Итурьянский, между прочим, в зале «Россия», я помню. Забить пипели потом. Эдуард Багрицкий. Нарборыми по звездам проносит шаланду, три грека в Одессу везут контрабанду. На правом борту, что над пропастью вырос, и на тестораке папа Сатыра. За ветер, как гикает, как мимо просвищет, как винит барашком под зон преднище, чтоб кости свинели, чтоб мачта гудела. Доброе дело, хорошее дело, ай, греческий парус, ай, черное море, черное море, черное море. Вор на воре, 12 час, осторожное время, три пограничника, ветер и темень. И пограничника шестеро глаз, да моторный баркас. Три пограничника вот на дозоре, бросьте баркас в Сурманское море, чтобы вода под кормой загудела. Доброе дело, хорошее дело, ай, греческий парус, ай, черное море, черное море, черное море. Вор на буре, вот так и мне в наедающей тьме усы раздувать, развалясь на корме, да видеть свисту над бушпритом склоненным, да голос сломать черноморским жаргоном, да слушать сквозь ветер холодный и горький мотора дозорного скороговорки. Правиль не может, сжимая нога, за буром следить, уходящим в туман. И вдруг неожиданно встретить во тьме усатого грека на черной корме. Так пишет пожилу, кидайся в края, бездонная молодость, ярость твоя, чтоб звездами сыпалась кровь человечья, чтоб выстрелом рваться вселенной навстречу, чтоб волн заливал оголтелый народ, чтоб злобная песня коверкала рот, и петь, задыхаясь на страшном просторе, черное море, черное море, а звездная полночь, черное море, черное море, черное море, хорошее море.
Амазонки не бывал я никогда. Иностранные суда, только Донна Магдалина, быстроходные суда, только Донна Магдалина ходят по морю суда. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Донна Магдалина, только Донна Магдалина, только Донна Магдалина ходит по морю туда. Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах, но в солнечной Бразилии, Бразилии моей такое изобилие невиданных зверей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон Магдалина ходит по морю туда. Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Увижу ли Бразилию, 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 увижу ли Бразилию, государстве моей. И Ливерпульские гавани всегда по четвергам суда уходят плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Спасибо. Дмитрий Богданов. Дмитрий Богданов. И Виктор Рыковский.